США начали отгрузку угля для Украины. Первая партия составит 62 тысяч тонн. Представители американской компании «Сгоул» в понедельник, 21 августа, начали отгрузку в Украину первой партии угля объемом в 62 тысяч тонн. Об этом сообщает в Твиттер «Голос Америки». Уголь отправляют из Балтимора. Он должен прибыть в Одесский порт ориентировочно через 3 недели. В американском порту уголь загружают со скоростью 5000 тонн в час. При начале отгрузки присутствовали посол Украины Чалый, замминистра торговли США Эрнандес и замминистра энергетики Гриффит. Напомним, ранее в Минэнерго объяснили, чем уголь из США лучше. Тука. Уголь из Донбасса Россия продает в Европу. По материалам сайта Newsgro.com.